это день рождения товарища Шишкина празднуем. К сожалению, перейти не удалось реку. Воды много сильно. Поэтому остановились на острове. Проточки, всякая беда, в общем, вокруг. Но тем не менее. Журчит вода на перекатах. Ух ты, тут осторожнее, тут стекла. Близость города. Переходил по бревну. С вами Юрич. Это я вот показываю, насколько прибыла вода, как я тут переходил. Если кто смотрел фильм зимой, когда я босиком тут переходил проток, и вот насколько изменилось все. То есть вода прибыла сантиметров на 30, на 50 где-то. Тут остров притопленный. Ну, кто фильм смотрел, вот этот скворечник помнит, да? И вот я его сейчас просто не смог найти как ориентир. Из-за того, что вот здесь промыло, я проходил прямо мимо него. А тут сейчас это... заливчики всякие. И самое смешное, что завал, залом, по которому я перебирался на остров, и там уже проходил по перекату, его, в общем, смыло прибывшей водой, причем еще и перемыло, как всегда бывает. Там, где было мелко, промыло глубокую канаву, наверное, по пояс, если не больше, глубиной. Проверять не хочется, потому что водичка холодная, больно. Да вот сейчас я иду без рюкзака. Опробовал я пройти с рюкзаком. Товарищ еще вел с собой. Как Сусанин, короче. Он мне начал говорить: куда ты, сука, Сусанин завел нас? А я ему говорю: я сам, брат, не местный. Да я сам тут впервые. Вот. Сейчас покажу. Ой, какая грязюка. Это вот все несло водичка еще осенью. Это сейчас просто слегка подтопило эту грязюку всю. Вот. Братва, я не местный, я сам тут впервой. Да. Я, конечно, не впервой. То есть вот залом, просто его перевернуло, вот сместило. А огромные деревья как бы вывернуло и промыло глубокую протоку. Хотя вот там по перекату, вот где бревна лежат, перейти можно было очень даже неплохо. Ну, блин, тут лежала красивая девушка, практически топлес, но она уехала с велосипедом. Так что больше никакого красочного сегодня вы не увидите. Ну, видно, мы ее напугали своими рюкзаками, своей решительностью вот преодолевать вот это пространство. Она так восприняла, видимо, эгоцентрично. Хотя мы стремились не к ней, мы стремились выйти на дорогу вот и уйти к своей базе. Но, к сожалению, не получилось. О, солнце зашло. Я не вру, кстати, насчет девушки. Если она смотрит этот канал, может отписаться, как ее зовут. Просто, как сказал мой товарищ, я удивлен увидеть даму. Типа, я говорю: а что ты там видел? У тебя зрение минус сколько-то, минус 3. И расстояние. Там ничего вообще не увидишь. Так, и все вот затоплено. Это тает сейчас в горах снег, то есть и с гор снег, соответственно, с водой сливается сюда. То есть день пригревает, вода идет на повышение, но чуть-чуть убывает сантиметров на 20. Ну, в целом, в общем, достаточно погано. Не додойду я, вот кусок хотел взять вот теплоизоляции. Может, если палкой его поддеть, ну, просто тоже приплыл. Откуда-то издалека удобная штука, потому что ее можно под ноги кидать, не проваливаться в грязь, по ней переходить. Потому что мы вот сюда даже добирались, вот наш бивак, там дымок идет, тоже очень проблемно было дойти. Первые листочки, первая травка. Ну и шум, конечно, рычащий на перекатах воды и в завалах, просто навевает мысли о том,
что ай, скорее бы на реку. Тем более, что ко мне сегодня лодка приехала из Питера. Спасибо фирме, которая ее делает, Триал Плюс. Катер солидный, но я его еще не проверял. О, синичка прилетела. Так, господа хорошие, ну не знаю, я боюсь провалиться просто вот в эту жижу. При всем желании я, короче, этот кусок я так и не достану. Сейчас я выключу просто. Может, достану. Вот. Я все-таки достал ее, пришлось светок такую гать соорудить. Пригодится мне этот кусок. Ай! Там у нас тоже муторный переход. Пошел обратно к костру, к хорошему вину, к чаю, в общем. И к прочим прелестям, которые на дне рождения бывают у хорошего товарища, с которым пройдено тоже нехило так дорог с рюкзаком по всяким буеракам, под дождем, под снегом и так далее. К сожалению, вот у нас собака, с которой мы ходили, его собака почти месяц, 6 апреля как умерла. Кобелина хороший такой, ризеншнауц, от старости уже. Не хватает нашей компании третьего собаки.